Доброго всем одесского вечерочка. У нас сегодня 20 июля 2023 года. Время сейчас 9 часов вечера. И иду вот я по трассе здоровья. И думаю по поводу того, что нас ждет сегодняшней ночью. Значит, по последним данным, которые мне известны, на боевом дежурстве в акватории Черного моря находится одна подлодка с одним калибром, который у нее остался после последних атак. Вот. Но хочу напомнить, что не этой ночью, а вчерашней ночью нас атаковали калибрами прямо с бухты. То есть им не надо было выходить на боевое дежурство в акватории Черного моря. Вот. Но мне почему-то так кажется, что сегодня ночь будет спокойной. Ну или если будет атака, то будет атака только шахедами, уже без калибров, без бомбардировщиков. Я, конечно, могу ошибаться. Что думаете вы? Напишите в комментариях по этому поводу. Может, конечно, снова будут атаковать. Но по моим предположениям, по моим, так сказать, ощущениям, что сегодня будет нормально, все будет тихо. Пока мне на данный момент информация не поступала никакая, ни о вылете шахедов. Вот, пока мне все тихо. Но вся опасность начинается с часа ночи примерно, час-два ночи, когда как, по-разному. Вот, так что еще, как, так сказать, не вечер. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы сегодня была тишина, потому что три ночи подряд атаковали, уже, если честно, нет сил. И этот самый, если еще четвертая ночь будет атаки, это будет вообще жесть. Ладненько, друзья, подписывайтесь на канал. Я всем желаю мирного неба, мирной, тихой и спокойной ночи. Будет появляться какая-то информация, обязательно буду сообщать. До встречи, пока.